Всем доброго дня! Итак, я знаю, что многие очень любят кормить собак желудком говяжьим. А желудок говяжий состоит из четырех отделов. То есть рубец, это не то, как мы привыкли думать, что говяжий желудок это только рубец. Нет, это рубец, сычуг, сетка и книжка. Это все очень полезно для собак. Это кладезь витамин, минералов, это, естественно, белковая пища, а также в ней есть и жиры. Поэтому все это отличная пища для наших собак. И я хотела бы рассказать, что вот, ну, многие не хотят его применять, потому что он очень вонючий, его разделывать трудно. Некоторые его пытаются варить, а это вонь еще больше. Ну, я вам так скажу, все это не нужно. То есть вы привезли желудок, вы его промыли, прощупали. Для чего вы это сделали? Потому что корова бывает заглатывает и пакетики, и всякую шелуху, и даже камушки попадаются мелкие. И мне однажды даже попадалась ржавая проволока, которая была прям вот проткнута по всей, вот, по всему желудку, по протыкиной. Поэтому если бы мы его не помыли, да, не прощупали, то собачке случился бы канал. В общем, поэтому обязательно мы его промываем и в этот момент прощупываем. Промывать старательно не нужно, главное прощупать это все, чтобы все детали ненужные все повыкидывать и желудочки были чистые, не в плане чистые от грязи или от травы, а именно вы поняли от чего, да? То есть от тех включений, которые опасны для жизни и здоровья наших собак. Вот. Когда вы это сделали, вы просто нарезаете большими кусками, то есть порциями. Ну, смотря, конечно, какая собачка. Если маленькая собачка, то ей, наверное, и маленького кусочка достаточно. Да? Если, например, как у меня были азиаты кавказы, то я им приблизительно такой вот килограммовый кусок оставляла каждому, да, то есть и не нарезала на мелкие кусочки. И вот это вот все по пакетикам и в морозильную камеру. Ну, если у вас на улице, например, морозы стоят сейчас, то я, например, под тазик просто. На снег, под тазик и все. Ну, главное по пакетикам, по порциям распределить. Чтобы потом достаешь порцию, просто кладешь в миску, оставляешь где-то дома возле батарейки, она растаяла там, и потом дали собаке. И собака ее вполне спокойненько живет. Причем как маленькая собачка типа чихуахуа, так и азиат. Они вполне, если вы с самого детства ее приучили, спокойненько будут ее разжевывать, разгрызать и тем самым разрабатывать, так сказать, мышцы щек, то есть скулы, да, и естественно, зубки, все будет отлично. Ну и, естественно, все для здоровья и во благо вашим питомцам. И вам таким образом тоже гораздо проще. То есть не нужно нарезать на мелкие кусочки, не нужно ее варить, не нужно ее тщательно промывать и что-то там вычищать, и тем более снимать шкурку. И нежелательно покупать, потому что там все-таки уже меньше будет витаминов. Очищенный желудок. Вот вы видите, он такой беленький, и там никакой вот этой вот лохмотьи, ничего нету. Ничего хорошего в этом нет. Ну, если нету другого, то, конечно, пойдет и такое. Поэтому все оказывается гораздо проще. Нарезали, допустим, на улице, чтобы дома не было вони, но если вы в частном секторе, конечно, живете. По пакетам, в морозилку, все. Потом просто кусок достаете, разморозили. Если не можете там разморозить дома там возле батарейки, то можете просто кипяточком обдать, слить потом эту водичку, все, он разморожен, отдали собаке, пусть живет. Вот и все. Вся проблема решена.